Поисковая работа, начальная военная подготовка, волонтерство – и это еще не все. Осенний семинар для юноармейцев – это 6 разных направлений. Свои силы можно попробовать в каждом. А сегодня в программе «Юных патриотов» встреча с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой. При вот всей эмоциональности и нашей бурной реакции на то, что вы не берете трубку, не отвечаете на СМС, это все внутри клокочет, и ты сам умираешь в этот момент. И ты рисуешь себе страшные картинки. Повестки нет, только разговоры о вечном, отцы и дети. В зале 200 юноармейцев со всего Подмосковья. В их числе Илья Хныченков из Краснознаменска. В свои 15 учится и подрабатывает, занимается моторами. О проблемах с родителями знает только понаслышке. Ему повезло. Они очень понимающие. Они понимают то, что мне нужно много свободного времени, то, что мне нужна поддержка, то, что нужно уделять мне больше или меньше внимания в некоторых ситуациях. И они это делают все осознанно. Как дела? Нормально. Диалог знакомый каждому родителю. Повторяется ежедневно. Ксения Мишонова объясняет молодежи, родители волнуются. Просто не всегда могут свои чувства выразить нужными словами. Но и мамам с папами есть над чем поработать. Взрослым тоже надо иногда себя воспитывать и иногда делать шаг вперед навстречу своим детям. Мы слишком загружены, у нас мало времени, и нам кажется, чем короче мы издадим свой приказ по отношению к детям, тем, в общем, будет лучше для всех. На самом деле нет. А между тем, вторая смена осенних семинаров только началась. Впереди у юноармейцев встречи с интересными людьми и различные занятия. Все запланированные мероприятия, разумеется, пройдут с соблюдением действующих правил санитарной безопасности. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».